И снова терки, на этот раз в главном корпусе. Острые споры, актуальные темы. Давайте же посмотрим. Ребят, как происходит выбор таких интересных тем? Ну, мы берем темы интересные для молодежи, для студентов ПТРГУ, их обсуждаем. Мой друг, который со мной одновременно бакалавриат закончил, служит вчера в Кремлевском полку. 10 месяцев своей службы он учится маршировать. Он ни разу не стреляет, он ни разу не езжает в поле, и в случае, если на нас нападет, допустим, Финляндия, он пойдет на них маршем. Эти мероприятия проводятся регулярно от нашего факультета, и я не первый раз там присутствую, потому что мне нравится, как ребята их проводят, и это довольно-таки интересно. У нас динамичный мир, и много чего происходит, и поэтому я считаю, что много будет актуала. Порадовало количество людей, с каждым разом их все больше и больше. Что пожелаете своему проекту? Успехов, процветания и долгих-долгих лет. Вступайте в нашу группу и репостите наши новости. Сегодня физико-технический факультет организовал вечер настольных игр. Среди них и популярная игра «Крокодил». Сможете ли вы объяснить что-то человеку без слов? Посмотрим, как с этой задачей справятся другие студенты. Мы решили создать свой клуб настольных игр. За пятницу проводим игротеки. Каждую неделю у нас разная тема игротеки. Это новая игра. На этой неделе у нас как раз «Крокодил». Это игра недели. В наших игротеках могут принимать участие абсолютно все, вне зависимости от возраста, пола, национальности или вероисповедания. «Крокодил» весьма впечатляет, но пока что трудно, непонятно. А ребята, как настроение? Отлично. Огонь. Вообще все классно. Игры интересные, очень хороший коллектив, очень весело, да, все дружные, все классно. Мне понравился «Крокодил». Хоть мы ничего не угадываем, но он веселый. Теперь вы знаете, как весело провести вечер в пятницу. Добро пожаловать к физико-техническому факультету в компании любителей настольных игр. Клуб веселых и находчивых радостно встречает новичков. Ребятам предстоит нелегкая, но очень интересная программа. Давно ли ты играешь в КВН? Очень давно, я даже не помню, когда начал, но лет 9, наверное, уже играю. Я на самом деле жду от школы КВН, что здесь мы найдем людей, которые в итоге когда-нибудь попадут в телевизор и будут там играть в КВН, шутить, представлять наш город, нашу республику. Вот основная задача наша такая – найти их, вот этих талантов молодых. Камикадзе? Да. Что в себя включает школа КВН? Сегодня у нас было 3 тренинга. Один из них заключался по такой, можно сказать, образовательной части. Нас учили писать шутки. Второй тренинг был команда образования. Нам тоже рассказывали про то, как писать шутки. И мы играли в игры, которые нас платили. Вот, очень интересные игры, особенно с печеньками, больше всего понравилось. И третий тренинг был по актерскому мастерству. У нас были всякие разные задания, которые мы должны были выполнять, тоже было очень интересно. Эти тренинги вообще помогут тебе не только в КВН, но и вообще в жизни? Да, помогут, потому что я связал свою жизнь с театральной деятельностью, с актерской, и это, безусловно, немаловажно для меня. Чему вы хотите научить ребят? Во-первых, я очень хотел сначала познакомиться с ребятами, понять, что они умеют, что они знают, научить тому, кто себя представляет, кто такой вообще режиссер и для чего он нужен как бы, в команде, и научить, скажем так, тем навыкам, тем знаниям, которые потребуются в будущем. Какие у тебя впечатления от школы КВН? В
Впечатления у меня исключительно положительные. Сначала мы пришли, нам рассказывали, как сочинять шутки и из чего строится шутка. Потом нас кормили. И это, конечно же, самое главное, что вообще было в школе КВН. Тренинги школы КВН подошли к концу. Желаем ребятам удачного выступления и отличного настроения. Сегодня в Гоголь-Моголь по-настоящему жарко. Здесь царит неповторимая атмосфера. А почему? Потому что здесь, на караоке-баттле, сразятся две команды филологического и лесоинженерного факультета. Они будут бороться за звание лучшего исполнителя. Мы ответим просто, что подождем другого. Хорошо, все будет хорошо. Ну, на самом деле, организация здесь очень хорошая. Специально все планировалось для студентов Петрозаводского государственного университета. Это уже третий караоке-баттл. И я думаю, что все будет круче и круче с каждым разом, потому что ребята супер, Петрозаводский государственный университет супер. И вообще все супер. Парни, вы покорили всех своими танцами. Скажите, пожалуйста, с какого вы факультета? Я ничего не услышал. Это инженерный факультет. Вы готовились к сегодняшнему мероприятию или это импровизация? Мы готовились, но в основном импровизация. Ты сегодня единственный представитель филфака. В чем секрет твоего успеха? По-моему, ты сегодня самый яркий на танцполе. Наверное, в том, что я единственный представитель филфака среди мальчиков. Я, так сказать, представляю здесь всю мужскую диаспору нашей планеты, и я считаю, что это будет очень важно, чтобы остальные люди увидели, что на филфаке тоже есть достойные жеребцы и самцы. Сережа молодец. Победила команда!